Так, всех приветствуем с Романом. Сегодня пятница, вечер, уже 7 часов. Собирали вечером с командой «Русский коп», переписывались. Блин, солнце светит, наверное, меня плохо видно. Просто общались, ни о чем. Бах, разговор зашел про поездку на коп. Завтра длинный день, рассвет ранний. У кого-то предложение было в 3, в 4, в 7 ехать. Ну, я бомбанул, говорю, давайте с ночевкой поедем и с рассветом начнем. Бах, предложение всем понравилось. Ну, не всем, но Женя из команды «Прусский коп» сразу отозвался. Остальные подъедут завтра. Дед Виталий. Все, да. И товарищ полковник звонит узнать насчет завтра поездки. Я говорю, а мы сегодня едем. Он говорит, заманчивое предложение. Ну, короче, порешал, и он едет тоже с нами. Сейчас летим в Калининград. Женя там уже пакует машину. Мы уже запаковались с Романом. Будем сегодня костер жарить мясо, да. Варить картошку с тушенкой. Молодую картошку. Сам вырастил. С луком и укропчиком. Мы выращиваем. Так что будем снимать все, как происходило. Ну что, приятной поездки, хорошего отдыха, хороших находок. Будет классно, я отвечаю. Так, ну а мы встретились с Женей на складе, у него загрузили оставшиеся вещи и рвем в направлении Гурьевска, а там будем уже определяться, куда ехать. Время уже 7:30, к темноте подъедем. Разложимся и начнем пировать. Так, ну что, мы зацепили товарища полковника. А вот в Гурьевске до сих пор еще. Куда-то нас Женя ведет. Куда? Даже сам не знаю. Говорит, есть классное место. Должны быть находки. Ну, как говорится, должны, но не обязаны. Главное не находки, главное компания. Но находки обязательно будут. Будут, я найду. Постараюсь. Папа. Сколько раз сюда приезжаю, не перестаю удивляться. Какая красота, а? Ты посмотри вокруг, а? Вы знаете, почему так злобы много сегодня в людях? В городах сидят, на природу не выезжают. А злость в душах копится, а выход в преступлении. А приехал бы разок сюда, походил бы, облегчился. А у нас тут шикарное место для лагеря. Дрова заготовлены просто, нам даже думать об этом не надо. Крыша есть. Так, Женя уже поснимал, как мы тут обустраиваемся. Вот. Сейчас копаем яму под кострище, потом прибором все это проверим, чтобы не было снарядов. Места тут боевые. Так, здесь мы будем ночевать. Он военный, дрова заготавливает. Так, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем делать молодой картофель с зеленым лучком, с тушеночкой. Сам вырастил все. Снимем пробу, еще в этом году не ел молодого картофеля. Сейчас обустроим лагерь. Так, плитку что, надо? Да. Так, вот здесь прям рядом с лагерем мы и будем копать. Позвонить. Весь коп будет проходить вот здесь. Ром, нет, берешь две палочки и трешь. Вот так вот, ну ты на природу приехал, спичек нету. Или камень об камень. Камень об камень, искру добывай. Ну, все, вот он. Вот, смотри, искра. Он так долго ждал этого дня, чтобы включить прибор и пойти найти серебряную монету. Орден-то вчера цепанул. Да ладно, ё. Да, видос с орденом ставлю. Паш, короче, вот ямочка комаров, прям жопа. И вот, смотри. Оп.
такая прекрасная вещь. Вот Паш помыл. Ну, что-то не хватает. Блин, все это было просто спонтанно. Спорили? Да, Жень, во сколько завтра поехать? Утром, вечером, я говорю, поехали? С вечера, говорю. Женя написал, говорит, поехали. Ну вот, в итоге мы приехали. Все классно. Все довольны. Уже приборы пищат. На серебро. Будем отдыхать. Так, силой трения газовой горелки и розжига Ромка разжег костер. Женя готовит спальное место. Ром, тебя Женя так учил, да? Да. Шалашиком? Я там знаю. Так, ну потемнело, чё? Вон дождевая туча идет. Громыхает? Ну и все. Закоп. Давай. Ты с нами? Доброе. Встали пораньше. Собираемся на коп. Кто-то уже рванул. Погодка не теплая. Возможно, будет дождь, но это возможно. Обещают ливни и грозы. Но пока как-то так. Ты готов? Вот. Приехал Максим с Алексеем. Ну, нас они, наверное, не заметили. Мы тут припрятались. Поехали они там, места знают. Нет, вроде увидел. Так, ну мы лагерь собрали. Время сколько? 6 утра, да? Да, без 10:06. И мы летим на коп. Находки уже были. Да, кстати, были находки. Серебро есть. По царям были. По царям были, ну, с коронами. С коронами. Ром, а? Ты готов? Да. Рыть землю. Молодец. Вот наша команда вся собралась. Пошел дождь. Как раз парни подъехали, и дождь пошел. Тут же находки разглядывают. Так, все, мы сгруппировались, поехали. На наше счастье пошел дождик. Ну вот, как-то так. Но копать мы в любом случае намерены. Деваться нам некуда. Сейчас поставим машину и пойдем освежаться. Сим такой предприимчивый человек, он сразу следы за собой заметает. Он повесил веточку, она вот, следы за ним заметает. Надоели все эти сборы наши, посиделки вам. Все, приступили мы к копу. Марку нашел! Ой, ты... Хороший сигнал был. Да, марочка, помятая, подгоревшая марочка. Вот так вот. На. Молодец, Ромаха, поздравляю. Ура! Подгоревшая, но марка. Ну да, ну там. Обалдеть. Ну да. Какой год только не видать, да? А вот это смотри, вот между вот она поднимает. Ну все. А ну-ка. 1901. Ой, я. 901.
901, да. Дрожит все? Ага. Че тебя потряхивает? Новичками сделать. Прикинь, я записал, как он марку нашел. Я просто включил запись. Ну, вот мы вышли, пошли копать, и орет Марка. Смотри его, как трясет. Все, ладно. Пойдем Марки искать. Вот так вот мой сын, моя школа. Копаем дальше. Так, дошел я до леска, тут дом стоял. Вот камни, фундамент, вот он. Так, и попалось мне вот такое маленькое кольцо. Написано Каунас. Зул. Литва. 1-5-9-6-2-1-8. Ну, это кольцо от птички. Маленькое кольцевали. Ну, в коллекцию зайдет колечек. Ромка остался там, где Марку нашел. Сейчас будет выбивать его, трясет. До сих пор я уходил, а его потряхивает. Ну, посмотрим дальше, что найдет. Так, идет дождь. Немножко неприятно уже. А у меня вот первый монитос выпал. Так, стоп. Это не монитос. Это не монитос точно. Это значок. Что за значок, не знаю. Сейчас почищу. Так, со значком тоже не угадал. Это пуговица. С якорем, ну, старенькая надпись тут. Подумал, что какой-то значок. Это пуговка, ну, такая подушедшая. Морская пуговица. У нас новости все летят, летят. Влад только что кольцо золотое поднял. Так, у меня попалась ручка от саквояжа. Судя по всему, немецкий. Вот она сама рукоять латунная. Вроде клеем никаких нету. Что-то как-то печально. Ладно, сейчас не буду, дождь идет. Так, ну новости летят, летят. Серебра и золото уже нарыли. Но у нас еще много времени, ищем дальше. Идет дождь. Довольно сильный. Долго не погуляешь. Будем выбирать моменты. Вот Влад пришел с золотишком. Отдельно другой кармашек. А? Отдельно другой кармашек. Ну, отдельно кармашек под золото, да? Ого. Потемнело. Ну, такое вот небольшое обручальное кольцо. Вот современное, да? Да. Или советское? Ну, 925-е, не знаю, что это. Наше. Какое? Ну, 925-е вроде, это мы видим. Советское, значит. Ой. Все, упало кольцо. Ну да, маленькое клеймо стоит. Ну да, но что-то больше к высокой пробе. Ну угу. Зацеп. Ну такой. Натюрморт. Блин, у меня пока вообще ничего. КП. Ага. 828 год. Угу. Нет, это цинкарь, да. Ну и полтосик. Тоже убитый. Ну, они все такие. Откопал керосинку. Крутилочка где-то отвалилась, значит, лежит. Так, запчасти ее. А где крутилочка? Где крутилочка? Блин, столько запчастей валяется. Блин, вот сейчас копал ее. Ну, она разломалась, конечно. Что ж тут поделать? Меня интересует крутилочка. Так, пищит, значит там. Сейчас я ее вытащу. Гляньте, какая крутилочка необычная. Такое я еще не находил, смотрите.
Аугуста Бреннер. Смотрите, какая она сделана. Крутилочка на лампе. Вот это красота. Аугуста Бреннер. Приятно. Вот и моя монетка первая. 50 финингов. Вроде сохран неплохой. Потом почищу. А я не знаю, я не буду чистить. Она в налете сильном. Потом почищу. Дождь льет. Мы копаем. Бегу к Максиму, кричит, нашел тефтон, а? Да? Я не знаю, чем там подтирались, что ли, раньше. С этой стороны непонятно, но сейчас перевернешь, все поймешь сразу. Или это соль какой-нибудь 500-х годов? Нет. И это не тефтон. Это не тефтон. Это атон. Ну, разница в одной букве. Да. Целый атон. Я даже не знаю. Римский царь, где-то 10 век. Вот недавно в группе переписывались. Блин, Макс, ну... Даже здесь, да, вот. Шикарная монета. Шикарная монета. Ну, спасибо за красивое. Вот так вот. Оп, атончик. Целый, не половинка. Но я уверен, это атон, серебро, 900-я проба. Блин, уже... 4 человека уже с находками шикарными. Уже не зря сгоняли. Сыро, мокро. Копаем дальше. Идет дождь, берем. Тормознулись тут. Вот, монеты штрафка. Почистили. Собрались тут все вместе. Я тоже вон, Влада кольцо потерял. Откидывает направо. Взял посмотреть, оно упало. Вот эту сейчас надо пробить еще просеку. Жирная рука, да, у тети была? Так, что мы откопались? Походу, все. У меня борода, вот. Сын тут выручил. Серебром хоть. Не уедет наша семья без серебра. О, а я потерял это. Кого? Крутилку. Крутилку потерял? У тебя что тут? А что, сейчас? Ну, красиво. Ну, покажи, Жень, колечко, держи. Дай колечко гляну. Красиво, крутилку. Женя сегодня тоже с кольцом. Держи, Женя, отдашь. Где цинкушки вот? Похерил. И тоже колечко, да? Да. Серебряная. Какой проба? 900. 835. Там этот. Да, 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 вот он, вижу. 800. Может, так найдет. 835 проба. Потерял, да? Крутилку-то с короной. Похерил. Ну как так? А24. И бирка. Но погодные условия нам не дали. Грязище. Ну, что-то какие-то прояснения. Ну, может, сейчас дождик закончится. Ну, он уже закончился почти. Я рад. Промокли насквозь. Да, Роман? Да. Ну, у меня переодежда есть. Я же переоденусь. Не знаю. Будем заканчивать или не заканчивать? Парни там еще остались. Так, ну что, все-таки мы решили уехать. Я с Романом и товарищ полковник уехали. Женя остался пацанов ждать. Пацаны решают, оставаться, не оставаться. Ну, промокли мы изрядно. Печально, что время только 11 часов. Особо не покопали. Планы были часиков до 3, как минимум, походить. Вот, ну, в принципе, мы с Романом едем с серебром хотя бы. Роман поднял марку. Первое серебро. У меня, увы, серебра не было. Влад золото, Макс атона, товарищ полковник тоже там серебрушку, монтанку, ну и кольцо серебряное. Там дальше у парней что, не знаю. Как бы, я думаю, будет с Жениного канала «Прусский коп» и канала Максима «Прусский коп лайв».
будут видосы. Пока что они что наснимали. Подписывайтесь, переходите по ссылкам, смотрите каналы. Ну и спасибо за просмотр. Такой вот вышел у нас коп.